клуба. Вот. Ребята, это наш презент для вас. Да, здесь есть росписи людей, которые основывали движение в Мариуполе мотоциклетным. Так что прошу, любите жалобы. Все, держите. Ребята, от всей души поздравляем вас. Ура! Ура! Я как президент отделения МВ Мариуполь. Я хочу сказать вам большое еще сказать. Вам спасибо, ребята. И хочу поклониться вам. Честно сказать, честно. Это не за подлог и ничего. Знаете, за то? За то, что вы есть. И вы сюда с нами. Есть вам поклон, пацаны? Обнялись на головой, собрались. Полярный волк. Союзник. Я вижу выступление. Это волчица, как Валера из Заполярья привез ее. Полярная волчица, это почетно особенно. Да, я хочу еще сказать, что, минутку внимания, я когда говорил за день защиты детей и говорил за центр опеки, я не учту одну фразу, то, что... Сейчас, Сергей. Хочу сказать, что наше отделение во время собрания приняло общее голосование протокола, что мы, отделение города Мариуполя, берем на себя обязательство оказать не только благоприятие и мероприятия в городских общественных организациях, но уберем центр опеки, мы берем на свое попечительство, будем всегда над вами смотреть и оказывать все, чем возможно, вам содействие.